пристрелка нарезного карабинца 100 метров. Цель повержена. Итак, Турчатина, Свежатина, 2017. Алкопаровоз. Сразу? Сразу, по одному. Так сразу или по одному? Сразу по одному, давай. Ай-яй-яй-яй. Турки добытые чехом 223-м калибре. Слушай, может картошку не надо ложить? Смотри, сколько мяса. Так, господа рыбаки и охотники, что скажете? Ну, лепота. Лепота, лепот? Вообще капец. Вообще вакапипец? Там вообще огонь. Там вообще бомба. Ребята, рекомендую не пропускать такие мероприятия по всяким злачным местам, типа Белека, Турции, Анталии, Шманталии. Не надо менять на нашу природу. Кстати, даже, сука, комаров нет. Бзыки есть, днем были, но, сука, комаров нет. Вот сейчас что-то пролетело. Это, походу, не наши, это к другим. Сикарашка. Сикарашка, да. Вот там у нас... Там у нас супер-мега-макси-турбо Меско из Сурчатины 2017 года. Пальчики оближешь не только на руках, но и на ногах соседа. Стрелялись нормально. Да. Берданка вообще огонь просто. Можно яйца отстреливать у калибри. Если, конечно, стрелять умеешь. Так что вот так вот. Это наш фиквам. Или фиким. В народе виквам. Масахана. Вообще супер. Где-то там в городе херачит молния. Дождь, а у нас вот если, ну, не видно, звезды, тупо, чтобы не сглазить. Где-то минут через 20 будем пробовать явство и морально разлагаться. Кто-то будет жрать, кто-то морально разлагаться. Всем пока, увидимся на наших просторах.